Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон и Only First. Всем привет! Мы продолжаем проходить Эдгуру, Снайпер Элит, Знази Зомби Армию. Какое длинное имя. А так. Только что показалось, что нас много, да? А на да, самом я деле, не знаю почему, два. Но это, наверное, так сделано, то есть думали, что будет вчетвером всегда проходить. Думали, что? Может, человек 8 сразу же будет играть. Да. Так. Так, есть. Давайте ты где-то с одной стороны, да, да, я вперед, пошел. Побежали, ух, побежали. Ты, попал первый раз, а теперь попал. Все за. О, то что ж такое? Ща. Ё-моё, еще не было такого. Просто впритык не попадал. Есть, замечательно. Убил. Все, теперь разыгрался. Так, еще сзади напали. Ничего себе, какие вы резкие. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, ты че? Так. Граната. О. Есть, потому что. Четверёх убил, охренеть. Да. Я понял. Так, тут еще один. Сзади. Все, вроде все. Тут такая, да, именно громкая игра просто. Ага. Нужно было выкручивать полосочку на самую минимальную в звуке. Все, мне уже патроны. Потому что игра очень-очень громкая. Так, 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 так. Есть. Все, убил. Так, ну что, эту толпу мы отбили. Так, давай лут немножечко пособираем. Ага. Есть, плюс 30 для Томпсона, но у меня Томпсона сейчас... Нету? А, нет, я же взял Томпсон, это же у нас следующая серия. Так, потому что в прошлой серии я в конце подобрал двустволку. Но когда я решил, что двустволка, да, по сравнению с Томпсоном, полный отпад. Так, а, в принципе, тут нету, да? Ну, забирай, в общем. Так. Мне, я пока не нуждаюсь. Нам наверх или нам сюда назад, смотри. Ух ты, смотри, сколько их ты. Ты только посмотри. Так, сейчас. Во-во-во, почему-то я не попал. Расстояние просто огромное. Хотя бы мы их вот так сверху убиваем. Да, да, давай хотя бы расчистим немножечко себе путь. Да. Так, отлично. Так, есть. Так, я сзади посматриваю, на всякий случай. Я понял. Этого. Есть. Есть. Так, ну вроде есть. Пока что никого. Ну, сзади, в смысле. Есть. Так, ну что, что там у нас осталось? Один человек. Все. Ну, в принципе, нет, вот еще двое. Еще... Да даже не двое, все охренеть! А ну беги сюда! Вот сюда, 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 сюда. Вот где тут. Ты? Угу. Так. Там их еще куча. Еще сзади, да, что ли, бегут? А, я отсюда могу тоже. Смотри, да, уже выбирается к нам. И я тут палю, чтобы он к нам не прошел. Ага. Все, замечательно. И уже идут, смотри, к нам и с этой стороны. Ага, вижу. Так, сейчас я его убью. Я пока что спереди отстреливаюсь вот тут. В принципе, пока никто не прошел. По крайней мере, ну, я еще не пропускал. Так, я сейчас с этой стороны теперь буду. Давай. Есть. Есть. А, не до конца зацепил. Так, что там они? Рычат. Еще. Фух, отлично. Офигеть, сколько их там. Та-та. Так. Фух. Сзади вроде никого. Так, ну что, может спустимся-то пойдем, смотри. А, ну да, пошли вот сюда. Нам как раз вроде... Немножко расчистили. Сюда. Сюда, да. Сюда нам прыгать нужно. Смотри, тут есть... Ух ты! Ух, ничего себе, как он резкий, да, такой? Как это, интересно, не попал? Но даже не знаю. Так. Да, просто понял, попал, а там еще один вышел. Его добил как-то, я не знаю. То ли попал, то ли не попал, но мне казалось, что зомби убил, понял, другого своего товарища. Так, подожди. Еще добил. Пока... Вот. Подожди. Куда же ты? Я тут немножечко. Да не, я улицу говоря, застрял. Сейчас, ага, вот, поднимусь на второй этаж. Так, ты тут где? Я тебя вижу, да, все. Вот там, ну, в принципе, расчистка больше, ну, не требует таких вот усилий. Можно. Спускаться? Да, можно спускаться, думаю. Там тупик, по сути дела. Тут нету ничего такого. Наверх поднимаемся, нужно прыгать. Нам...
нужно выпрыгивать, то есть туда, понял? Потому что тут я вижу, они до бесконечности будут ползти. Пошли. Куда нам? Я думаю, что прыгать нужно будет. Так, тут он прыгать не может же, да? Ну да. Вот это вот проблема. Поэтому я не знаю куда. Я знаю куда. Нет, ща. В общем, ты пока поищи, потому что нашел, тут... нашел. Лабиринты, так, где ты? Угу, я тебя вижу. Через ну, то окно. Есть откуда куда и пришли, но. Так, ага, можно через окно, да. Вот через окна он прыгает, а чтоб просто так, да? Он. Смотри, какие кровавые, да, знаки тут и. Камикадзе стреляет туда вперед. Ай! Тихо. Все. Отлично, я прострелил и камикадзе одновременно, понял, и зомби. Ух ты, ничего себе, я двоих ух, сразу. Сколько зацепил. Их там? Ну мы быстренько справляемся, согласись. Так, немножко отдохнуть, потому что я разошелся, понял, стреляю вроде бы с автомата. Так. Еще я там слышу, ли камикадзе или кто это? Нет, нет, это обычная, по-моему, зомби. Да-да-да, камикадзе. Так, попал. Отлично. Он и своих, да, очень большой плюс, что он из вроде, я не знаю. Не, зацепает. Офигеть, сколько их там прет. Еще камикадзе. Я твоих зацепил, да, по-моему. Ух, трех убил с одного выстрела. Отлично, вот да, это... тут они как-то лесенка идут, и поэтому... Офигеть, сколько их там еще. Есть. Там, по-моему, еще был, но я двоих убил, одним выстрела. Так, вновь двоих зацепил, или одного. Ладно. Да хабе уже. Да. Да ладно, они как-то лесенкой... Ничего ну, себе, да. Видел, как прыгнул с крыши. Ага. Я думал, это какой-то новый вид зомби. Еще. Смотри, прыгает как, да? Так, я камикадзе убил. Все замечательно. Слушай, они какие-то бесконечные, у меня уже патронов нету. Да, и я же тебе говорю, то есть тут как-то они. Сзади! Офигеть! Прикрой спину, короче. Видимо, нужно держать оборону, да, нам до конца. Я не знаю, что они от нас хотят. Сзади еще! Так. Нет, возможно, патронов. Нам придется отступить сейчас. А, куда? Как ты думаешь? Смотри, сзади есть ход, проход. Ход-проход. Нет. Вот так я его назвал, ход-проход. Нету никакого. Я двоих сразу же убил с одного выстрела. Так. Так, ну я убил, вроде бы расчистил. Так, а, нету, потому что мне показывают, нифига себе. Мне уже начинает предвидеться все. Так, ну что, ты лутай, потому что у тебя нету патронов. У меня сколько тут? У меня, короче, на снайперке 11 патронов. Да, тоже печально. На Томпсоне 120. То есть что-то есть, но этого недостаточно. Этого, конечно же, недостаточно. Вот тут патрончики, смотри. Я поменяю вот карабин, вот этот вот. Угу. Надеюсь, он как-то получше будет стрелять, что ли. Так. Ребята, вы... Вновь. Да, он как-то получше, знаешь, он быстрее стреляет. Ага. Так, где вы тут? Чё-то их нереально много. Но это еще не так и много, да? Вот было в этой библиотеке в предыдущей серии, да? Много очень. Или в церкви, где мы там были? В предыдущей серии, помнишь, да? Ну, так, в принципе, да. О, там пулеметчик. А, кстати, вот эти вот пулеметчики были в предыдущей серии, если кто понял, ребят, да? У нас. И мы с ними справились как-то. Ну как? Нужно стрелять по шлему. А, шлема нету. Я уже сбил. Есть! Я попал ему в голову только что. Ух, семь зомби убил. Есть еще раз в голову я ему попал. Я ему уже два раза в голову попал. И третий раз в голову попал. Четвертый раз. Все, я ему снес голову. То есть все три раза я не промазывал. То есть я целился, так вот. Так, двоих одним патроном. Отлично. Так, ну пошли, можно в принципе идти. Ну и лутаза, да. Естественно. Давай залутаемся, потому что спешить лучше не нужно. И патронов такого. Не, хотя патрона нормально есть. Так. Ну что, сейчас нам в дом, походу, нужно. Ну да. Там же вроде показывают, что нам куда-то сюда. Побежали. Пулемет, кстати, у этого огромного большой. Большой, точнее, у этого огромного большой сказанул, да? У этого огромного чудака, которого мы убиваем. Пулеметчика. У него хороший пулемет. Как это там называется? Ну точно не
не Томпсон. Так, ну что, можно, в принципе, передохнуть. Зарядиться, да, всем этим. У меня все перезаряжено, все, выходим. Так, ну что, к снайперке мало патронов, ну да ладно. У меня нормально. У меня 35 запас. Ничего себе, горячим нас сажали, да? Есть. Пошли. Есть. Есть. Тихо. Ты не стреляй лучше сразу со скорострельного, потому что, ну, нам он еще понадобится. Лучше со снайперки, они тут легкие, как бы. Я как-то уже привык с нее стрелять, и поэтому. А сейчас нам куда? Так, наверное, наверх. Нет, да, нет. Наверх, потому что вот звезда держится, видишь, посередине тут экрана. Какой-то. Так. Я... О, золото. Так, нет, ну что, сюда. Он поднимается, да? Нам сюда, сюда, сюда. Так, подожди, потому что меня тут зажали зомби. Совсем чуть-чуть. Так, ну что, нам в проход вот этот вот, да? Наверное, опять. Вновь нас тут зажмут, как зайцев. Есть. Замечательно. Так, ну что, лутаемся. Я назад посмотрю, что тут. Да, я немножко залутаюсь, потому что у меня мало патронов в снайперке. Так, карабин. Так, так, машины ган аммо. Я вижу зомби тут, тоже идут. Есть. Угу. Идем. Сзади никого нету. Отлично, да. Можно идти. Ух ты! Смотри. Ёлки-палки. Так, ну что, убиваем? Может сразу гранатку лучше? Подожди. Граната. Нет. Да, граната пошла. Ну, она возле ворот. Охренеть! Да, хорошо. Охрененная пати теперь, да? Ищи скелетики, смотри. Я с этой стороны буду как-то. Так, ух ты, я скелетик как-то на лету, понял? Убил. Ну как на лету сказать, он и шел, и я совсем случайно прицелился и убил. Смотри, а что это за сатанические знаки вот светятся на стенке? Они вылазят оттуда. Так, я, короче, взял Томпсон, понял, психанул. Так, я, короче, стан в угол, потому что меня чуть не убили. Плохо, что тут нельзя лечиться, да, аптечка там или что-то еще. Так, нужно в круге стоять, потому что... В Томпсоне очень-очень быстро патроны кончаются. Да что ж ты кусок-то дерьма? Так. Так, тут что-то есть, нет? Смотри, сколько я голов сделал. Так, и еще голова. Где-то 7 хачетов подряд, ты меня понял, даже не успевал на экране вот это вот все отображаться. Так, ну что, теперь я постараюсь со снайперки стрелять. Так, есть тут патроны или нет, потому что они мне очень нужны. Подожди, да, я подбираю чуть-чуть тоже. Ага, я пока прикрою. Так, ух ты. Есть. 21 у меня в запасе. А? Так. Воу-воу, ребята, полегче. У-у-у. Я убегаю. Спокойно, спокойно, спокойно. Я убегаю. Так, 3-4-1. Тихо-тихо, камикадзе. Камикадзе, камикадзе. Так, видишь, он взорвался, да? Сам, то есть при определенном. Нет, просто я его убил, и он умер. Ну да. Офигеть, сколько. Так, теперь можно стрелять вот так вот. Лесенкой держать их. Да. Смотри, не дадим ими как-то, не знаю, за 10 метров от себя подпустить. К себе. Сказано тоже, да? То есть, чтобы они за 10 метров. Камикадзе. Нам не подходили вообще. Так, откуда кимикадзе? Я его уже палец. Убил. Так, я понял. Я думал, с другой стороны ты говоришь, но нет. Так, discover. Фух, нет. Все, снайпер. Так, я понял, потому что я видел что-то какое-то желтое, да? Я его убил. Полоса. Молодец. Смотри, смотри, смотри. Лезут, что? Лезут, лезут, лезут. А, да, я вижу. Ты пока тут прикрывай, я вперед буду смотреть, чтобы они ближе, чем за 10 метров к нам вообще не подходили. Так, есть. Есть двоих, положи вновь. Давай. Есть. Я полутаюсь, потому что у меня нет. Да.
И мне бы тоже сейчас, потому что у меня 5 патронов осталось. Отлично. Смотри, почти всех убил. Тут еще. Ух ты, повылазили. А, все, у меня нету патронов в снайперке, прикинь. Да и в Томпсоне 25 всего лишь. Граната, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Отлично, я еще тоже кину гранату. Это единственное, что меня сейчас, я не знаю, тешит как-то. Кинул? Нет, сейчас кидаю. И сюда можно. Подожди, я еще. А, хотел. Да, ну давай. Нет. Все, у меня патронов и в Томпсоне нету. Просто замечательно. Лутайся, лутайся, лутайся. Да, сейчас, подожди, да, я залутаю. Я пока что вперед. Кар. Есть 20 патронов к снайперке. Угу. Есть. Фух, запасных. Фу. 20. Ну, снайперка у меня основных. Вообще. У меня пару патронов снайперки. Да, ну. А, ща. Есть. Да не надо, я вот троих убил одним выстрелом. Я кину гранату. Отойди, да не нужно гранату, я троих одним выстрелом убиваю. Они просто лесенкой, понял, лес, все, я тут убил. Чувствую, что нам гранаты еще понадобятся в этой миссии, поэтому не стоит, да? Патронов нету. Так, я-то не знаю, но я предполагаю, что они точно понадобятся нам. Так. Видимо, смотри, наверх нужно залезть. Сейчас. Ну, дай мне облутаться. Давай, лутайся. Фух, так. Ах, ну что, полезли? Есть. Что, хоть чуть-чуть патронов есть, подожди. А, всё, да, это тут, отлично. Тут да, но спешить тоже не хочется. О. Так, есть, Nazi Army Gold. У тебя сколько? Ну, так у нас же одинаково, то есть. А, 5, а, ну я понял, я думал, мы по отдельности собираем. Не знал, потому что в этом Dead Island у нас было, да, все. Ух, отлично. Карабин, то есть все у нас отлично. Так, видимо, сейчас придется держать оборону, да? Сейчас я перезаряжусь. И все равно к моему этому карабину нету патронов. Да тут есть какие-то еще, посмотри. Снайперки? Да патроны всякие. Нет, я лучше снайперку другую, потому что карабину очень мало, да, патронов. Даже валец. Так, ну что, зомби я уже спустился. На братах? Зачем? Да я не знал, что тут назад нет вот этого. А что, нету назад? Обойди, нет. Есть. Нету, тут как бы... Я буду сверху, а ты снизу. Сверху, да. Я буду сверху. Я буду сверху, ты снизу, давай. Ага. О, выбили ворота уже. Да ладно. Наша задача сейчас оборонять, да, ты посмотрел? Да. Нет, ты посмотрел, я же... Добраться до собора. Угу. А, ну тогда все, я спускаюсь тоже. Толку нам стоять. Скелетоны прут. О, лучше бы мы вверху были. О. Так, еще. И еще. Да елки-палки. Тихо, ты живой, да? Ну, практически, да? Так, есть. Вроде всех перебили. Ну, практически, да, еще есть. Там еще скелетоны. Так, давай залутаемся. О, вот к этому, к этой снайперке очень много патронов. Так. И щелкнусь. Фу. Все, нормально. Пошли. Перезарядился, да, подожди, сейчас я даже облутаю. Так, ты тут облутал, все, нормально. Фух, идем. Так, что это за звуки такие, да, стрёмные только что были? Типа, я тебя убью. Так, а что это, смотри, за аппаратура? Можно было, да, подкрепление какое-то вызвать, но мы вдвоем. Понял. Предпочитаем быть вдвоем. А что это говорит? Группа? Да, какой-то. Да. Ух ты. Есть. Без прицела, так с перепугу убил. Так. Ну что, где еще они? Офиг его знает. Пока не вижу. Так. А, хотя бы без прицела научиться. Ну, в принципе, мог, но... Да отключите этот противный звук этот. Ёлки-палки. Так,
А не понял, нас пытают вот таким вот способом. До сих пор смотри, свет горит, лампа, да? Выключить радио. Все, я выключу. Ага. Твою. Давай. Ууу! Так. Смотри, пока зомби, он ожил, но я успел его облутать, понял? То есть до того, как он встал, я его успел облутать, серьезно. Так. Че, давай бежим нам сюда. Да, подожди. Вот еще есть у нас патроны. Плюс 30 на Томпсона. Отлично. О, я полную, понял, пачку патронов к снайперке нашел. Побежали? Плюс 100, да, можно. Ну так, что-то я запомнил. А мы не туда, нужно было наверх нам. Стоп. Да, вот сюда, наверх. Ну там тоже что-то было, поэтому даже сзади на нас идет охота, поэтому будем осторожны. Да. Так, вот дверь есть. Ну что, входить? Ты где? Ща. За мной иди. Да, давай. Так, давай, открывай. Можно, ну я открою. Не одинаково, но она почему-то сейчас... Смотри, не открывалась. Нам сюда нужно было выбить, да? Нам сюда наверх нужно. Ну, как нужно, можно сюда пойти. Тихо. Отстреливаться вот тут. Ну я пока в дверях стою, если будет сложно, я буду подниматься. Так. Начинается. Собственно, вот это вот. Целая толпа валить. Но я пока справляюсь, хедшоты ставлю. Давай ты там сиди, я прикрою. Да, но я уже многих убил. Отлично. Ну, пока что стоим тут. Справляемся, поэтому можно особо не паниковать. Упс. Мало патронов. Офигеть. Нет, но я тогда целую пачку нашел, это меня спасло. Все, нет патронов на снайперке. Посмотри, наверху нету? Не. Так, нужно, наверное, назад, а там вот, где я пачку нашел, там, по-моему, были еще. Так. Камикадзе! Давай ты, камикадзе, останавливайся скорострельным. Знаешь что, не стреляй в обычных зомби, я буду в обычных, а ты в камикадзе. О, я нашел 20 патронов. Да. Вот, скелетики пошли в силу. В силу, да. И в силу, и в действие. Вот они, родные. Не стреляй в обычных, я в обычных буду, а ты как бы храни немножко патронов. Ух ты, сколько их там. Так, я вот, смотри, с боку могу стоять и как бы их обстреливать. Давай. Поэтому не страшно. Можно сдалека. Снайпер. Я как-то так попытаюсь его убить. С какой стороны? Я убил. Я понял, но я пока зомби отстреливал. Так. Как ни странно, да, этот еще снайпер, он умеет стрелять, хотя он, можно сказать, уже овощ, он не человек, да? Кстати, дело. Да. Ну серьезно, да, у них же мозг как бы... При зомбировании я читал, вот когда я играл в Dead Rising, там был аудиофайл, при зомбировании человеку выедает как бы весь мозг. То есть, ну, он это, уже потом ничего не соображает. Тут же с пулеметами ходят и прыгают, да, же, как они, или что они там делают, летают. Ну да, немножко тут нафантазировали уже... разработчики. Это не обычное заражение, это как бы да, магия или что-то. Так, такое. Смотри, есть бункер какой-то, возможно, в нем что-то есть. Да, смотри, в этом, вот этом убежище есть много патронов, да. Ты подобрал? Ну, много, немного, но... Нет, там еще с той стороны было. Уже нет. Так. Ну что, у меня есть гранаты, мины, можно ставить растяжки, короче, если будет очень много всего, будем ставить растяжки. Давай сюда. Нам куда-то вот сюда, по идее. Ага, так. Да. Ау, что это за музыка? Какая музыка? Ну, ты, только что было, понял? Да, не было вроде. Или не это знаю. Ты сделал музыку ртом? Это машина проехала, какая музыка. Машина, я понял. Так. Заходи. Так, нам дают время, собственно, на это все дело. Передохнуть. Давай. 100 патронов, 100 тут и 42 тут. То есть у нас все есть, всё. Я все заправил. Можем вылазить. Но я, в принципе, готов. Давай. Так. Вот эти вот звуки, да? Конечно же. Так, ну что, как мы и ожидали. Если что, будем возвращаться назад, да? Ага. Ничего себе, он такой резкий. И в него сложно попасть, он, да? Да, такой, да, потому что он... Так, давай.
сюда, по идее. Нет, у него тело, и приходится в кости как бы попадать туда в середину, там где потолще. Потолще. Так, ну что? Да. Вот в этот собор так. Нам нужно. Да, ну чтоб, наверное, укрытие хотя бы какое-то для себя найти. Так, пока я что. Считаю. Ну смотри, тут бы в этом соборе можно было обитать, правильно? Ну да. Смотри, да, какие двери, все это на высшем уровне. Так, ну что, нам пока задание не далось, или нам нужно стать в одну точку? Смотри, а ну пошли вместе станем-то. Да, стояли уже, ничего. Нет, точно? Ага. Странно. Во! Оу, ну ясно. Ну понятно. Так. Отстреливаемся. Как назло, только подошли, да, к собору. И понеслась. Так, я перезаряжаюсь. Все замечательно. Я убил двоих одним патроном. Ух, мне бы помощь тут. Так, сейчас. Бро, держись. Я сейчас на Томпсон переключусь, потому что... Только что... Переключайся на Томпсон, потому что снайперка тут уже неуместно. Так, я их пока перестреляю. Смотри. Да, переключайся на Томпсон или что там у тебя есть со скорострельного. Ты живой? Офигеть! Ё-моё, так чё ж ты не предупредил? Что да я есть? Сам не видел. Переключайся на Томпсон, говорю, потому что... Да я уже... Есть. Во, смотри, гранату кидай. Гранаты кидай туда, в кучу. Я кинул. Я то 18 человек убил с одной гранаты. Да? Ну как человек? Ну, зомби. Да. Ну это мягко сказано для них. Человек. Ты просто жалеешь. Ты любишь зомби, да? Да. Офигеть. Мне кажется, лучше. Ё-моё, давай... смотри. Давай назад сдаем. Можно патроны как-то, да? Зарядить. Там, где мы были. Пошли. Ух. Давай гранатками закидываем сейчас. Давай. Я 7 человек убил. Так. Туда кину. Там вот эти много. Скелеты, это самое такое. Так, все. Самое хуже, что может быть, это у меня в Томпсоне закончилось оружие. Смотри, мы уже почти возле стенки, то есть они нас жмут и жмут. Да, ага. Это он что, перезаряжается после каждого выстрела? Да елки-палки. Так. Просто передо мной, понял, перед прицелом такой, типа, ку-ку, ёпта. Зомби был, я его убиваю, и как-то замедленно, понял, пошло. Так, смотри, я по два, по три убиваю с одного патрона. Они как-то в лесенку идут, легко убиваются. Так, отлично. Капут. То есть вот... мы справились. Ох. Давай, а вот этот, смотри, вот этот. А, все, уже не увидишь. Да ладно, даже не нужно. Не горю желание бы видеть. Нам главное сейчас, да, в церковь добраться, потому что, фух, ни минуты отдыха эта игра не дает, да? Вот именно в чем ее суть такая вот классная и огромный плюс для нее, да, так это то, что отдыха просто, я не знаю, она нам не дает. Мы так входим туда, вроде бы, я не знаю, да? О, это чем еще туда пройти? Это карма у нас плохая. Нет, карма у нас плохая. Это не карма у нас плохая, это снайпер нам не дает. Я понял, это была шутка. Расслабься, я просто разряжаю обстановку. Ну, в такой обстановке как-то разрядиться не очень. Он, короче, по. Воу, где он? Что он смеется сильно стрёмно. Ага, вон вижу. Он перелетел вновь на это здание. Есть, я его убил в голову, все. Жаль. Тебе плохая. Так что еще да. Зомби или еще, да? Я вижу. Он там же. Все. Так, а что я его? Как это я его не убил? Интересно. Но я понял, замедленно показалось, он отлетел. Опять. Да. Ребята, харе. Ё-моё, я уже новое что-то придумал, понял. Так, мы снайпера убили, да? Ну, там еще один есть. Еще два даже. Абсолютно все равно на них, потому что куча зомби. Все равно. Вертаемся, возвращаемся назад. Бро, меня зацепили. И что мне сейчас делать? Так, а вот это вот я не знаю. Там их столько, что я их отбиваю, я их понял, но стараюсь как бы отбить нормально. Я не выжил. Кинем гранатку. Ё-моё.
Так, все, я ничего не смог сделать, в общем. Они меня просто зажали, и я оттуда, не знаю, никак. Никак не смог выбраться. У меня гранат нету даже, поэтому... Да. Да и патронов не скажу, что много осталось. У меня 16 секунд, я не знаю, а там я... Не, я тебе... Нет. Я не знаю. Может, наверное, на контрольной точке? Да, наверное, когда ты зайдешь, и я возрождаюсь. Если я... зайду. А камикадзе уже бегут к тебе. Так, ну все, я в принципе... Ну да. А, умер, смотрю за тобой. Ух, ребята, у меня патронов почти что нету. Я не знаю, как их сейчас убивать буду. 19 патронов. Да, убьешь, нормально все. Отлично. Офигеть. Только не говори, тут как... Пулеметчик. Пулеметчик? Ух ты, вы... И даже игру не слышно, когда ты вот так вот играешь. У меня 3 патрона, я не знаю, как я его убью. Старайся попадать в голову. Все. Я 3 раза попал, все. У меня нету патронов. Думаю, убьешь. Но его я не убью 100%. У меня 36 патронов осталось. Я понял. Кошмар. О, нашел еще 20 патронов. Так. Убил. Отлично. Ну что, как там? Только... Да ваш уж... Харе спавнится, пожалуйста. Да, меня уже никак, да? Не воскресишь? Ну, нет, по идее нет. Давай на контрольную. Там ничего не пишет, все, больше ничего тут нету. Давай да. Спавнимся, потому что... Ну как, если б я мог. Ну что, вот мы в соборе. Так, ну что, давай ты иди туда, где-то минируй, наверное. Да, может. Что-то нужно минировать. Да. Так... Так, вот тут, отлично. Отлично, вот тут вот они примерно под конец наберутся. А, особенно они на мостику, да? Да, их там вообще куча. Так. Так вот сделаем. Отлично. И тут я тоже... Если бы еще было куча вот этих вот растяжек, мы бы... Да, мы бы... Слышь, это... А тут лестница есть? А, нет, тут не лестница, тут какая-то хрень, но... Все. Так, я есть мина все, еще. Нет, у меня еще есть гранаты, мина есть. У меня нет. Так, я вот поставлю сюда тоже ближе к этому мину. Так, ну что? Ну теперь только на удачу нам нужно рассчитывать, правильно? Ну да. Ух, она уже взорвалась, прикинь. Да, ё-моё. Да ладно, нормально. Все нормально. Стреляй. По черепам, я понял. Так. Ну чё, давай. В обличии человека, мудак. Главное сейчас им не дать, собственно, пробить. Они уже тут. Да. Подожди, тихо. Я динамитом сейчас. Они уже тут. Так, я вижу. Смотри, встаем в круг. Ах, ни хрена патронов. Да, ты патроны... еще живой, да? Ну, смотри, я выбежал вниз. Выбегай вниз. Я тоже бегу туда. Давай к нему. Пулеметчик еще есть. Охренеть. Давай к нему. Боже. У-ла-ла-ла-ла. Я через все бегу, так пробегаю. Смотри, куда я забежал. Да, 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 давай на эту сторону. Просто держимся, просто живи, это называется, знаешь. Но отсюда мы уже никак, ты же видишь, не попрем. Давай, черепа, стреляй. Думаешь? Да, давай. А нам просто никак не выжить. А ты думаешь, нам так... Да, перебегаем. Да, перебегаем. Выжить, на второй этаж, беги. Смотри, можно как бы скорачивать, да, постоянно дистанцию. Вот так вот. Че он ржет? Мы его пока дуем. Ну, вот. Практически. Пошутил. Да.
Все, патрончиков нету. И куда вы убегаете, да, типа? Ну да ладно. Нам, короче, нужно вот так бегать туда-сюда. Смотри, я берешь патроны, прыгаешь вниз. Забираешься на второй этаж, прыгаешь вниз. Да, вот действует, согласись, действует. Вот эта вся хрень действует. Дело в том, что... Да, вот так вот, с места на место перебегай. Главное, не в угол вставай. То есть, понял, в открытых местах. Они, в принципе, по большому счету не попадают. И он, слышишь, их не спавнит постоянно. Они не бесконечные, теперь я понял. Слышишь? Прыгай вниз. Да, прыгай вниз. Они не бесконечны, смотри, он их не отспавнил. Эд. Да, видишь? Я вижу. В угол не забегай, главное. Сейчас его будем чмырить. Я понял теперь тактику, нам нужно, понял? С места смотри. На место. Нет, всех, да, с места на место. Всех перебить, потом вновь его черепа. Смотри, он их не спавнит вообще. У меня патроном ни хренища. Мне нужно Томпсон вот этих вот больших подобрать. Где они, собственно? Ну, эти здоровые. Беги сюда. Подожди. Давай с двух сторон, чтобы они, знаешь, отвлекались. Сляет. Ничего себе, он градом бьет, да, еще? Охрен. Вот мудак такой. Так, ты где? Ты на втором этаже? Не. Ну я на второй этаж, погнали на второй этаж. Ух, это как же сложно, да? Офигеть. Если бы можно было сюда. А, вот можно заменить. Че? Так, тут можно заменить оружие просто было мне. А, это я пистолет заменил. Так херня ваш пистолет. Мне бы заменить то, что я бы хотел. А, у меня еще есть гранаты, че я туплю? Сейчас я их всех убью. Надеюсь. А, у меня еще и динамит тут есть, короче. По черепам может. Да, нет, нет, я подожди. Давай всех их перебьем. А, подожди, так они не наступают, смотри. Видишь? Гоу, по черепам. В голову. А, меня уже бьет, походу, да? Да, меня бьет. Ты пока стреляй в него. Есть! Красавец! Сзади бьют тебя! Спускаемся вниз, быстрей, Эд. Главное не умирай, слышишь, живи. Я бегу. Такой понял, миссия Эд, живи. Мы его вы... Есть, слышишь? Мы справились! Твою мать. Друзья, вы не представляете, сколько мы тут вот просто умирали. Это для вот вас... Вот просто по секрету, вот так вот, чтобы вы на нас не судили, потому это... что сейчас, мы сейчас... много спойлерили, да, вот именно. Дай мне сказать, это для вас мы первый раз проходим, а для нас, мы уже хрен его знает. Ёлки-палки, мы думали вот не справимся. Эту миссию, ребята... Капец, ну, а бы... я же тебе говорил, три раза всего лишь, да, нужно было? А ты мне говорил, что они постоянно спавнятся, помнишь, да, ты мне говорил? А я тебе говорил, не спавнятся они постоянно. Не, есть... ну и так самое главное, так, да. Когда с места на место перебегать, без этого мы вообще никак не выживем. Так, это было, это зашкаливающее просто. Я не знаю, у меня нету слов, для вас было, комментировал и был Эдисон Only First. Спасибо. Мы пошли на отдых, ребят, просто горло болит уже, орать, нервничать, я не знаю, нужно выспаться, и мы встретимся с вами обязательно завтра, послезавтра, или когда там вы смотрите, ну, всем в этой, пока. В этой игре, да, всем пока.